Сегодня мы тренируем спину. Тренируемся еще в лайт-режиме. Третью неделю. Скоро нагрузки буду увеличивать, потому что идет активная подготовка к Гран-при Байкалу, который состоится 2 августа. Начинаю тренировку я с подтягивания широким хватом. Делаю 2-3 подхода по 10-12 повторений. По большей степени пауэрлифтинг от бодибилдинга для меня лично отличается только весами, потому что я что там тренировался в стиле ББ, что сейчас тренируюсь в стиле ББ. Ну, сейчас, конечно, там плюс диета, уже грамотный подход к тренировкам, ну и нету больших весов. А пахать я привык еще из пауэрлифтинга. Следующее упражнение. Тяга штанги в наклоне. Также 2-3 подхода по 10-12 повторений. Веса сейчас умерены. За весами вообще не гонюсь. Стараюсь все делать по самочувствию. И именно чувствовать каждый пучок определенной мышцы, тут который делаем. На самом деле на период масса набора время очень мало, остается буквально там 3 недели, и будет снова жесткая диета, поэтому что успел, то набрал. Сейчас после подхода пойдем взвешиваемся, и я покажу, что успел набрать в России. Один подход идет в качестве разминки, чтобы почувствовать движение, я его за рабочий подход не считаю. Каждый раз стараюсь прожимать с точки пикового сокращения, то есть статическую паузу небольшую делать. Ну что, пойдемте на весы, посмотрим, сколько я смог набрать после чемпионата России. Ну вот, как-то так. Кушаем мы хорошо. Хочешь сказать, ты уже десятку налил? Почему десятку? На сколько? Я выступал. 15? Выступал 120 был. 120? Да. Что-то прям поясницы, сильный гипертонус. Здесь я заканчиваю. Немножко потянусь. Я тут узнал, что 2 августа на Гран-при Байкал Андрей Макеев тоже едет. Это, для сведения, тот человек, которому я уступил в борьбе за 3-е место. На Байкале будет интересно. Будем стараться делать форму достойно, хотя бы конкурентоспособно. Отдыхаю сейчас между упражнениями 90-120 секунд. Где-то вот так вот получается. Ну и тренировки вообще, конечно, легкие идут, лайтовый режим, как уже говорил. Немножко надо восстановиться
дать организму, да и психологически восстановиться после такой тяжелой подготовки, которая была к чемпионату России и чемпионату Сибири. Пауэрлифтинге таких упражнений не было. То есть об этих упражнениях более подробно я узнал только когда начал заниматься бодибилдингом. В пауэрлифтинге, когда делал, то есть дополнительную подсобку, можно так, наверное, назвать, после основной тренировки. Ну, делал основные, это тяга Т-гриппа, то есть тяга штанги в наклоне к поясу, подтягивание, там, тяга гантели одной рукой. Но тот зал, в котором я тренировался, когда занимался пауэрлифтингом, там и близко не было таких тренажеров. Там была штанга, гантели и больше практически ничего. Поэтому сейчас возможностей и вариаций упражнений намного, конечно, больше. И тренировка становится намного продуктивней и интересней. Акцент на весах не делаю вообще. То есть не вижу смысла там работать на каких-то там супер весах, там 300 килограмм или еще сколько-то. По пауэрлифтингу, когда выступал, у меня лучший присед был в одних бинтах, в ремне, полный сет 330 на 8. Сейчас я больше 200, наверное, 40-250 килограмм не приседаю вообще. И то такие веса за 200 бывают очень редко. А объем ног и глубина самих квадрицепсов вообще различается. Совсем по-другому, конечно. Ну и внешний вид самих мышц по сравнению с занятиями, когда выступал по пауэрлифтингу, тоже очень сильно отличается. Еще хотелось бы сказать, конечно, о поездке на чемпионат России. Та сеть тренажерных залов, в которой я работаю, это тренажерные залы Колизей, без помощи руководства сети этих тренажерных залов, моя поездка на Россию, даже не то что поездка, а подготовка моя на чемпионат России, на чемпионат Сибири, скорее всего, не состоялась бы. Поэтому огромное спасибо и самые теплые слова благодарности. Так, сейчас буду делать подтягивания в гравитроне дополнительно, потому что уже спина забилась, руки забились. Просто так уже я не потянусь и сделаю два подхода по 10-12 раз. Но перед этим выпью БЦА. Мешаю себе такой напиток, пью его во время тренировки, перед тренировкой, там, после тренировки. Витамин и БЦАшки. Пойдем. Теплые слова благодарности хотел бы сказать тем людям, кто поддерживал меня на протяжении всей подготовки. Таких людей много, и большинство из них из Красноярска, потому что до чемпионата России за пределами Красноярска по России, наверное, еще кто, ну, мало кто знал, что есть такой спортсмен. Поэтому всем, кто поддерживал, конечно, огромное спасибо. Огромные слова благодарности. Здесь все. Идем на следующее упражнение. Заключительное на спину. Также будет 2-3 подхода. По 10-12 раз. Пойдем. Тренировки сейчас длится в среднем
50, 60, 70 минут. Ну, в среднем час. Мне сейчас этого хватает. Гликогена очень много. Поэтому мышцы просто наполняются нереально. Любое движение моментально забивается. В таком весе, которым сейчас, не был еще ни разу. До этого набирал там 134, где-то вот такой вот вес был, 135. Но там при таком весе можно было хрюкать. Еще такой нюанс, когда тренировался по пауэрлифтингу, все делал с таким, как сказать, синдромом грузчика. Вес больше даже на тот же бицепс. Всякие читинги различные. Не было качественной проработки мышцы. Сейчас стараюсь каждое движение все-таки более-менее делать качественно. И даже если делаю где-то читинг, в любом случае стараюсь чувствовать ту группу мышц, которая делала этот читинг. Моя тренировка закончена. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Михаил Сазонов. Wake up, wake up.